Так, школьная жизнь, выпускное видео 11А. Мы очень организованный класс. Ну, кстати, здесь сразу же качество съемки. Управляло труда. Ну, к слову, пока что в это видео лучшее по качеству изображение из тех, что мы смотрели. Поездки в музейные дни. Так как мы единогласны, без лишних споров, умели находить подходящий вариант. Будь то театры, музеи, выставки, представления, мы успешно. Какие-то вон крупные кадры сняты. Снимали на 600D с картиной со сломанной ногой. У меня, кстати, 600D тоже был один из первых фотоаппаратов, на который я снимал. А первая камера вообще, которая у меня была, это была камера Canon. Не помню, как называлась, но она была такая маленькая. Это первая камера Canon, которая снимала в HD формате, HDV, на кассетке такие. Вот. И я с этого начинал какой-то свой путь в кинопроизводство, долгий и решительный. Справлялись с получением культурных знаний, посещая интересные места любимого города. Тогда, когда я ее покупал, формата ВЦХД, когда можно писать HD на какие-то карты памяти, он только появился, и работать на постпродакшене было с ним невозможно, потому что он сильно нагружал машину, то есть и декодирование, и кодирование видео, оно съедало очень много ресурсов, вот, а потом вот появились, уже очень быстро потом появились зеркалки, и зеркалки стали как таким вот основа для съемок любительского кино, всякие 600D, Mark 5D, вот, всех полюбили, сейчас, кстати, многие, кто на Альфу снимают, Sony Альфа, вот, и с чем хороши зеркалки, что к ним очень большой набор есть оптики разнообразные, соответственно, вы можете что-то как-то показать, если хотите. Даже вот здесь видно, что авторы этим пользуются, там снимают крупные кадры, снимают какие-то там, у них есть расфокус, то есть, по сути, вот этот вот фокус — это тоже большой инструмент, и много чего можно рассказать. Пока другие не выезжают за пределы своего района, мы организованно посещаем даже достопримечательности других городов. Мы также и очень сплочен класс. Стараемся держаться вместе. Звук записан не очень хорошо, то есть звук тоже влияет на качество картинки, и всегда можно найти какой-нибудь недорогой нормальный рекодер и как-то звук записать отдельно получше. Сейчас есть такой, во-первых, по уровню явный расколбас, и по качеству, как будто бы на разные устройства писали. Совсем не вежа. Все учителя говорят нам, что мы самый дружный класс, так как мы стоим друг за другом. У меня, кстати, к вам вопрос. А я, случайно, не родственник Жмелевского? Горой. Один несет ответственность за всех, а все несут ответственность за одного. Поэтому мы обходились без неприятных происшествий. Одного. В школьной библиотеке на телефон писали. Денег не было. Ну, в принципе, как бы арендовать рекодер, я не знаю, московская школа или нет, в Санкт-Петербурге можно арендовать рекодер достаточно за такие вменяемые деньги. Вообще не гнушайтесь прокатом оборудования, это намного дешевле, чем там покупка, или там у кого-то уговаривать, можно за какие-то там вменяемые деньги в принципе все получить. Даже тот же, например, Red, он стоит не так много для съемок. У нас не отнять любви к спорту. Ну, в классе там, по-моему, был рассинхрон по звуку. К слову, физкультура. Это, здесь кадры слишком темные. Избодрить ум для других людей. Ну, хотя мне нравится, как здесь сделано. Очень прикольно получилось. Не специально. Такой холодный и потом переход в теплое. Для других предметов. Поэтому физическая культура стала обязательным для нас уроком. Мне кажется, что после наших регулярных тренировок мы смогли бы пробежать кросс. Ну, это хорошее решение. Спорт – основа здоровой жизни. Ну, кстати, вот в целом вот эта работа, по сравнению с тем, что мы смотрели, она смотрится лучше, то есть приятнее. То есть она уже не выглядит как какая-то вещь, даже несмотря на то, что написали, что снимали на коленке, она уже не выглядит как совсем там школьная работа, она как-то осознанно сделана, то есть какие-то кадры.
Как вам «Дети против волшебников»? Это что такое за фильм? Я его не видел, кажется. Я знаю только фильм «Похищенное время». Если помните, «Похищенное время» — такой старый советский фильм про то, как волшебники похитили молодость у детей, очень страшный. «Сказка о потерянном времени», по-моему, так называется в самом произведении. Пока на физкультуре мы теряем энергию, в столовой мы ее набираем. Тут дрожь камер, была кадр неудачный, бракованный. После модернизации и внедрения... В принципе, наверное, такое можно через цифровой стабилизатор пропустить, и будет нормально. Исчезли нормально. Очереди. Практически. Тут, кстати, и достаточно такой странный монтаж. Нашим любимым местом. После модернизации и внедрения карточной системы исчезли очереди. Да, вот это такой странный переход. Практически. То есть у нас получается все разноцветное. Исчезли... И оно, во-первых, сразу темное пятно, которое возникает. Очереди. Практически. О, я видел, там дети развлекались и колдуны воровали время со смыслом. Ну так да, так вот то-то и оно. Раньше-то фильмы умели снимать. Не теряй время зря. Даже так. Именно столовая становится основным местом досуга во время переменки. Ну, здесь сразу же брак по кадрам, то есть они слишком темные. Там какой-то свет нужно было или как-то выставить так, чтобы не были такими темными. Пока пишите, я пойду распечатаю вам таблицу. Мы любим учиться. Этот комплексный процесс стал для нас не просто регулярным занятием, комплексный обед. А чем-то большим. Ну, тут же такое пошло. То есть там были прикольные кадры. То есть как только вы стали использовать что-то наигранное, как только актеры должны были что-то сыграть, сразу же есть выпадание из повествования. То есть когда вы снимали просто обычную жизнь, вот обратите внимание в самом начале, в общем-то все как бы смотрится более-менее хорошо, все смотрится нативно, но как только вы просили кого-то что-то изобразить, уже видно, что это так не происходит. То есть они так не делают, и некоторые выпадания есть. Школу без причины, особенно в период подготовки к экзамену. Мы знаем, что учителя несут за нас ответственность, так что не сбегаем с уроков. Почти. Как бы легкомысленно мы не относились к учебе, как бы иронично мы не обсуждали школьную жизнь, наша благодарность учителям вечна. Наша любовь в школе сохранится навсегда. Мы вас любим! Неудачные дубли. Сейчас посмотрим. Вот. Школьные работы. Ну, мы тоже в школе что-то снимали такое. И да, я бы с радостью с ними репетировал или несколько дублей делал, но всем всегда неохота или времени нет, да это видео на выпускной. Парень класс сделал рэп-клип, и им всех хлопали. Ну, такой, как бы, понятно, что как бы, рэп-клип, он более лузовый в этом плане, то есть здесь ничего не сделаешь. Ну, опыт хороший, понятное дело, что это все касается только вас, поэтому проникнуться мне, например, сложно, ну, то есть, ну, вы выпустились, вы молодцы, но это никак не относится к моей жизни, никак меня не затрагивает. Если хотите продолжать дальше, то рекомендую обратиться к более социальным темам каким-то и более востребованным, попробовать их как-то рассказать, то есть какие-то свои переживания за что-то, какую-то свою историю. Пишите, а я пока отойду, отксерокопирую вам таблицу.
Мы очень организованный класс. Снова интонации, если скажу. Андрей, я же дозволенный человек. Давай дальше. Согласен с Серёгой. А что я тут забыл? Ну ладно. Так, ну вот такое вот видео посмотрели.